Дорожно-транспортное происшествие в ДНТ «Маяк» еще раз доказало – пьяный водитель сам себе враг. Подробности в нашей постоянной рубрике. Второго июля в 10 вечера на трассе Майкопы-Слабинск-Кореновск 21-летний водитель мотоцикла не справился с управлением. При падении парень, ехавший без шлема, получил травму головы. 4 июля в 9 утра на автодороге Белореченск-Ягинская водитель шестерки, 21-летний житель Степнова, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась. Пассажир авто был госпитализирован. 6 июля в 6 утра в ДНТ «Маяк» 22-летний житель поселка Верхневеденеевского в состоянии опьянения сел за руль «семерки» и также не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. 22-летняя пассажирка авто с переломом ключицы была доставлена в ЦРБ. В этот же день в 14 часов на улице Победы водитель «Ниссана», 44-летний житель Краснодара, не убедившись в безопасности маневра движения задним ходом, наехал на 66-летнюю велосипедистку и скрылся с места ДТП. Пенсионерку с переломом костей таза увезла скорая. 7 июля в 3 часа ночи на автодороге НМ Адыгейск-Бжедухабль водитель ВАЗ-2109, 26-летний житель Адыгеи, при совершении обгона пересек сплошную линию и столкнулся с самосвалом МАН и автомобилем ФИАТ. В результате грузовик перевернулся, а иномарка вылетела с дороги и затонула в канале. Водителя девятки и пассажирку ФИАТа с переломами госпитализировали.